Провинцию Кундуз на севере Афганистана делят между собой талибы, боевики из Пакистана, а также террористы ИГИЛ и Аль-Каиды. В то же время власти страны пытаются очистить регион от радикальных формирований. Кундуз посетил наш военный корреспондент Александр Сладков. Мы направляемся в Кундуз, город на севере, который недавно захватили талибы. Летим над перевалом Саланг. Наш маленький военный самолетик борется с воздушным потоком. Движок слабый, и порой кажется, он вот-вот захлебнется. Мы прошьем облака, упадем в горы. Когда мы добрались до Кундуза, военным уже удалось освободить город. На нашей территории действуют 4 террористические группы. Это афганский талибан, это пакистанские боевики, это остатки Аль-Каиды и боевики ИГИЛ. Эти используют афганскую и пакистанскую территории против других государств, имея далеко идущие цели. Раньше север был самым спокойным регионом страны. Теперь террористы здесь то захватывают, то сдают города. Причем иностранные боевики, участвующие в этой войне, приезжают сюда с женами и детьми, планируя всерьез закрепиться в этих местах. Они уверены, Афганистан – это теперь их земля. Сахиба Ганиева из Киргизии. Вместе с матерью и братом переехала в Афганистан по приглашению старшего брата. Теперь и муж афганец, и братья воюют за талибан. Братья воюют, получается? Да. Да, братья талибы. Как вы оказались здесь, в тюрьме? Муж у меня талиб, брат у меня талиб, а я как иностранка. Меня задержали. А муж живой или воюет? Да, живой и воюет. Амина из России. Жила с мужем в Башкирии. Перебралась в Афганистан. Муж, как она рассказала, преподавал в медресе детям Коран. Но спецслужбы установили, он был военным инструктором. Муж погиб. Вы гражданка России? Да. А вы русская или башкирка? Русская. Сомнений не было, что правильно делаете, неправильно? Муж сказал, что это исламское государство, там будем жить по шариату. Там будешь носить чадру. Вот так Кундуз выглядит сегодня. Талибов нет. Улицы забиты людьми и машинами. Народ стосковался по суете, по торговле. Здесь, кстати, продают знаменитый афганский каракули хлопок. За ним специально съезжаются купцы со всей Центральной Азии. Талибы, наживающиеся на контрабанде из Ирана и Пакистана, решили теперь взять под контроль обмен товарами с СНГ. И вот на севере они взорвали Ачинский мост. Мы как раз по нему сейчас проезжаем. Уже восстановили. Трасса, соединяющая север с остальным Афганистаном, опять свободна. Надолго ли? Это необъятная пустыня Дашти-Абдон. Еще недавно зажиточные люди охотились здесь в свое удовольствие на животных. Теперь здесь на каждом шагу опасность. Талибы. Как называется это место? Калайзал. Калайзал. А далеко враги? Военные устраивают привал. Террористы в 2-3 километрах от лагеря. Талибы умеют прятаться даже в песках. Они делают ночные засады, минируют дороги. Нападают на торговые автокараваны и на армейские колонны. Сколько человек с той стороны воюет? Осталось их здесь человек 50, но они получают подкрепление. Недалеко до границы здесь кишлак. Талибы, около 50 человек, засели в кишлаке. Среди них и чеченцы, среди них и таджики, среди них и представители партии исламского движения Узбекистана, запрещенные как у нас в России, так и на родине, в Узбекистане. Все в одной группе, которые воюют против Афганистана. С террористическими группами, пришедшими к нам из-за рубежа, мы не хотим вести переговоры и тем более идти на мир. Это невозможно. А вот с афганскими талибами... При их желании мы можем начать переговорный процесс. С иностранцами мы будем только воевать. В лагере мы встречаем самого Мурата Али Мурада. Это один из известных афганских командиров. Заместитель начальника генерального штаба. Далеко граница Таджикистана отсюда? Ей что-нибудь угрожает? Угрожает что-нибудь? Недалеко, 17 километров отсюда. Там безопасно. Таджики усиливают границу из-за того, что здесь у вас враги находятся? Мы стараемся, чтобы ни один талиб в их сторону не ушел. Работаем вместе с таджикской разведкой. Сегодня, по официальной информации, боевики разных террористических групп оккупируют 10-ю часть афганской территории. И в этих провинциях-уездах непрерывно идут бои.
Александр Сладков, Виталий Дуплич, Павел Выдрин, «Вести», Афганистан.